Шалом, шалом! Это наша с вами рубрика «Мудрость Торы на каждый день» с Леви Харпатиным. Раскрытие скрытого потенциала. Царь Филистии очень опасался огромного влияния Ицхака, поэтому приказал ему покинуть его земли. И Ицхак поселился неподалеку и стал заниматься делом всей своей жизни. А именно, он начал раскапывать колодцы, чтобы обеспечить весь город и его окрестности живой водой. Дело Ицхака несло не только живую и благодатную воду, и еще олицетворяло его как хорошего и светлого человека. По примеру Ицхаку мы должны понимать, что если мы хотим, чтобы люди говорили про нас только добро и следовали нашим примерам, мы должны идти всегда вперед в трудную минуту и слушать Бога. Бог наш проводник. Благодарю за прослушивание. С вами был я, Леви Харпатин. Браха вэцлаха. Всем хорошей недели. До встречи.